Число жертв мощных снегопадов в США выросло до 41. Причиной смертей стали дорожные аварии и отравление угарным газом. Некоторые из погибших получили инфаркт во время уборки снега. Стихия нанесла удар по 11 штатам восточного побережья. На пострадавшей территории живут 90 миллионов человек. 200 тысяч домов остались без света. Парализовано движение, дорожное сообщение между городами. Местные власти объявили чрезвычайное положение. С уборкой снега коммунальным службам помогает Национальная гвардия. По предварительным подсчетам, убытки от разгула стихии уже превысили $1 миллиард. Снегопад в регионе прекратился, но синоптики пугают американцев новым бедствием. Повышение температуры воздуха может вызвать быстрое таяние снега, а это чревато масштабными наводнениями.